Химкинской картинной галерее открыли выставку работ из коллекции ее основателя Сергея Горшина. Экспозиция посвящена 110-летнему юбилею коллекционера. В ней представлены репродукции картин, ранее подаренных Третьяковской галереей. Здесь показано, как Сергей Николаевич выставился в залах Государственной Третьяковской галереи. Вся коллекция, еще неделимая, еще цельная, то, что он собрал и первый раз вынес на суд зрителям. А потом там же произошло заявление о том, что он дарит в Химкинскую картинную галерею 200 работ, и Третьяковская галерея, ну, как бы за совместную работу в память о ней и в память, и в подтверждение признания высокого уровня работ, взяла в дар 60 работ. Здесь отобраны 35 самых ярких произведений. Среди них работы Архипова, Саврасова, Коровина, Шишкина и Васнецова. Если у нас в нашей галерее в основном можно увидеть пейзажи, то на этой выставке вы найдете и сюжетные работы, и портретные работы, и найдете фамилии тех художников, которые в нашей галерее не представлены. Попытки объединить коллекцию Горшина уже предпринимались. Например, в 2008 году Третьяковка предоставила Химкинскому музею 10 картин. Организаторы отмечают, такие выставки демонстрируют высокий уровень коллекции и ее культурную значимость для страны.